Ребята, привет! Нахожусь в Портофино, прекрасное живописное место Италии. Сейчас мы высоко на горе, здесь кафе. И ну, не могу, чтобы не показать вам вот эти красоты с высоты. Вот эти скалы, корни, вот очень много яхт, горы. Ну и как это принято в Италии, да, прям на скалах очень-очень много домиков. Меня спрашивают, в них живут люди? Да, в них живут люди, кто-то сдает это для туристов. Вот такой сильно развитый туристический район. Там вот скоро будут подводники прыгать. Посмотрите, как красиво, чайки. Вообще прекрасно, только что кормила чайку. Прям с руки. Вот оно счастье, да? Ребята, на самом деле путешествовать можно, это не так сложно, как это кажется. Поэтому не делайте ограничения. Ограничения прежде всего в нашей голове.